кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей на землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые журавли. 5 декабря 1941 года навстречу бессмертию пошли солдаты, опрокинувшие страшную махину немецко-фашистского нашествия. Именно с битвы под Москвой, которая продолжалась все зимние месяцы 1941-1942 годов, начался крах гитлеровских орд, рвавшихся к столице, но не сумевших ее взять. Красная армия нанесла фашистам в Первой, во Второй мировой войне поражение, после которого дивизии вермахта начали откатываться на запад. Этому великому событию в Щелкове было посвящено торжественное мероприятие на Аллее памяти. Бойцы, ополченцы, в том числе щелковские, сделали все, чтобы мы сегодня жили с вами под мирным небом. Еще живы участники тех великих событий. К сожалению, их все меньше и меньше каждый год. Но 22 участника Великой Отечественной войны еще с нами. В честь 82-й годовщины начала контрнаступления Красной Армии под Москвой и в память о всех отдавших жизнь за победу на торжественном митинге была объявлена минута молчания. К мемориалу, где горит вечный огонь, в этот день легли красные гвоздики. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.